дорогие мои подписчики и гости моего канала. Ну, не пугайтесь, это мой букетик, это моя эустомка. И сегодня мое видео будет посвящено моему опыту, как я заставила свою эустомку созреть и дать мне семена домашние. Ну, это эксперимент. Таким образом я делала семена, которые мне понравились, астрочки мне научили. Вот. И также я в этом году попробовала сделать семена эустомы. И вот что у меня получилось. Сейчас я вам покажу. Вот я уже одну коробочку раскрыла. И вот такие хорошие семена у меня оказывается. Это вот одна коробочка. Значит, рассказываю, что я делала. Значит, я сорвала, я показывала, кто смотрит мои видео. Я делала съемку и показывала, что я, которые отцвели у меня цветы, я их не выбрасывала, а просто, ну, не отрывала, вернее, а оставляла. Вот, и вот как бы я сорвала букет. Сначала это у меня были цветы. Взяла банку. Конечно, она уже тут страшная, потому что налила немножко воды. Прям вот, вот так вот. И постоянно поддерживала вот такой уровень воды, ну, месяца 2-3, сейчас вот январь, ну, где-то вот в середине декабря я прекратила наливать воду, и вот она уже все высохла, уже и стебелечки все повысыхали, вот, и сегодня 8 января, и я решила попробовать, что же у меня получилось, и была приятно удивлена, что эустома, так же, как и астра, дала мне семена. Сейчас я вам покажу наглядно, что у меня получилось. Вот я сорвала один цветок. Это я уже землю приготовила. Вот раскрываю коробочку. И вот они высыпаются, семена. Аккуратно ножиком. Коробочка прям хорошо высохла. Вот и тут миллион этих семян. Не знаю, что будет. Хочу посеять. Ну, по крайней мере, эустому, это петунию я так делала. Тоже, кто вот знает, ну, кто занимается, то понятно, что знает, кто не знает. Значит, петунию тоже собираем. Даже можно из гибридов. Единственное, что нужно собирать в коробочками, ну, так же, как и эустомы, и чтобы семена дозревали именно в коробочках. Вот такие вот семена. Ну, у меня здесь очень много было разноцветных. Я сажала около 16 видов в прошлом году. В этом году, конечно, я не буду. Купила и магазинные семена, но только 3 пачечки. Вот профессиональных, там их по 10 штучек, но сейчас тоже покажу. Вот, вот такие у меня получаются семена, я думаю, что всем видно. Вот, ну, попробую, попробую, не знаю, посею, посею, как и петунию. Вот, сейчас землю, значит, что, хочу опять все-таки делать, сажать под кипяток. Очень мне понравилось, в прошлом году я делала стратификацию всех семян кипятком, но эти семена не буду. Сейчас я полью землю кипятком и посею. Сейчас наберу еще с разных, посмотрю, чтобы получилось разноцветные. Вот, и буду сеять. Землю сейчас я, значит, пролью кипятком и рассею. Фитолампу я уже подготовила. Вот у меня здесь на кухне тепло. Муж мне уже все это подготовил, сделал. Вот, и буду сеять. Вот, ну, сейчас хочу показать. Значит, еще купила вот такие семена. Проф. Вот. И вот это желтенькую. Ну, так вот посажу 3 вида. Больше не буду. Здесь их по 10 в этих пакетиках. Здесь, по-моему,
5 штук. Ну все, достаточно, больше не буду, потому что особо нету места потом ее держать. Ну вот так вот, что я хотела как с вами поделиться, как я в этом году сделала свои семена эусторки. Кому интересно, заходите на мой канал, будем наблюдать, буду снимать видео по мере, как они у меня будут расти. Сейчас сделаю компотик, побрызгаю еще потом компотиком. Вот. Ну, конечно, кто выращивает эустомку, знает, что она очень капризулька, особенно первые 2 месяца. Ну, спасибо за внимание, заходите на мой канал, следите за моими видео. Всегда с вами Марина Матвеева.